Дорогие одесситы, я искренне поздравляю нас с днем рождения нашей мамы, красавицы Одессы. Как истинная женщина, она любит получать дорогие подарки. И чем чаще, тем лучше. Мы не жалеем усилий, чтобы с каждым днем этих подарков становилось все больше. Чтобы они служили не один год. Нам с вами, нашим детям и внукам. Новые школы, новые парки, коммуникации, которые мы сегодня полностью обновляем. Комфортный и безопасный транспорт. Одесса выходит на качественно новый уровень, который отражается во всех сферах нашей жизни. Сегодня мы едины и сплочены. У нас общие цели и планы на будущее. Мы все хотим жить в красивом и чистом городе, расти детей, работать и отдыхать в достойных условиях, получать поддержку и помощь, когда она необходима. И я рад, что у нас все получается. С праздником мира, добра и Божьей милости нашему родному городу Одессе!